эфире «Вести», в студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Для начала коротко о главных событиях в стране и мире. Конституционный суд рассматривает вопрос о том, можно ли организовать досрочные парламентские выборы по другой избирательной системе. Самолечение может привести к смерти. Минздрав призывает заботиться о своем здоровье и обращаться к врачам. Решить предпраздничные вопросы одним визитом. В столице открылась пасхальная ярмарка. Французские власти объявили международный архитектурный конкурс на восстановление Нотр-Дама. Португалия вышла из энергетического кризиса. Правительству удалось договориться с профсоюзами о прекращении забастовки водителей бензовозов. А теперь все это и многое другое подробно. Сегодняшнее утро в столице выдалось ненастным. Однако под дождь можно было попасть не только на улице, но и в общественном транспорте. В троллейбусе на маршруте, соединяющем столицу с пригородом Дурлешты, протекла крыша. Инцидент снял на видео один из пассажиров. Во время утреннего дождя лило, как из ведра, и в троллейбусе старой модели, следовавшем по маршруту номер один. На видеозаписи видно, что крыша протекала в нескольких местах, и вода намочила сиденье. По словам очевидца, пассажиры отправили жалобу в управление электротранспорта, но им ответили, что эту единицу недавно отремонтировали. Отметим, что это не первый раз, когда в троллейбусе протекает крыша. Подобные инциденты очевидцы снимали в 2015 году на маршруте номер 8, а в 2016 в седьмом троллейбусе пассажиры были вынуждены воспользоваться зонтами. В прошлом году горожане искали способы укрыться от снега, который падал в салон из неплотно прикрытого люка. Подобные случаи происходили только в единицах транспорта устаревшего образца. В конце 2018-го глава управления электротранспорта Дарин Черный заявил на заседании муниципальных служб, что кишиневские маршруты обслуживают 310 троллейбусов, 80 из которых старого типа. 10 из них мэрия обещала заменить на новые в этом году. Народная медицина или поход к врачу. Одни кишиневцы говорят, что лечение на дому может быть не только малоэффективным, но и опасным. Другие, напротив, полагаются на народные методы, а молдавскую систему здравоохранения считают незаслуживающей доверия. Между тем, ранее в одном из сел страны скончался подросток, которого лечили домашними средствами. В том, что касается выбора методов лечения, жители Кишинева разделились на два лагеря. Одни убеждены, что при появлении тревожных симптомов в первую очередь нужно обратиться к врачу, а домашние средства годятся лишь для профилактики. Я считаю, что стоит пойти к медику. Я не особенно доверяю народным средствам. Мы не специалисты в народной медицине. Это хороший метод, но только для поддержания организма. Например, помогают чаи, но без назначения врача их пить нельзя. Ну, в тем не миг. Другие горожане сочетают лечение у врача и домашние средства. Нашлись и такие, кто вовсе отказался от похода в поликлинике и считают, что на молдавскую медицину надеяться нельзя. Я больше врачам не доверяю, потому что моему внуку поставили диагноз и давали препараты, не установив, чем он болеет на самом деле. Я выбираю народную медицину. Традиционно, к сожалению, быстро не помогает. Надо время. Я и ту. Я сама болею сейчас. И лежала в больнице и приняла то, что приняла. Но сейчас народное. Козье молоко я пью сейчас. Ранее в одном из сел Кагульского района из жизни ушел подросток, которого лечили препаратами, приготовленными в домашних условиях. По данным Министерства здравоохранения, 16-летний школьник заболел чесоткой. Вместо посещения семейного врача, его лечением занялась бабушка. Она нанесла на тело подростка бензил-бензоат, а на следующий день повторила процедуру с добавлением серы. Результаты лечения не принесло. Подростка доставили в районную больницу в тяжелом состоянии. Спустя 2 часа он скончался. Минздрав призвал жителей страны не заниматься самолечением. Предупреждаем население, что медицинские препараты необходимо покупать в аптеках строго по указанию врача или фармацевта. Категорически запрещено использовать препараты и субстанции, приготовленные в домашних условиях. Ведомство напоминает, в случае недомогания и подозрительных симптомов необходимо обратиться к врачу. Поговорим о политической жизни страны. Конституционному суду предстоит вынести решение по 2 вопросам. Первый – имеет ли парламент право изменить избирательную систему до истечения своего полного мандата? Второй – касается возможности организации досрочных выборов на основе другого механизма голосования, нежели тот, что использовался в феврале. Обращение в инстанцию направили независимые депутаты ИОН Гроза, Александр Олейник и Виорел Мельник. Трое парламентариев попросили суд рассмотреть вопросы в срочном порядке. Они убеждены, тот факт, что изменение избирательной
системы было удобно только некоторым политическим субъектам, серьезно нарушает принципы правового государства, свободного и демократического способа проведения выборов и рекомендации международных институтов. По мнению Грозы, Олейника и Мельника, проблема заключается в том, что группа депутатов недовольна результатами голосования и хочет проведения досрочных выборов. Пока инстанция рассматривает вопрос, мнение выразил бывший член Конституционного суда Николаес Макеску. Он говорит, что досрочные выборы не могут пройти по новой избирательной системе. По его мнению, только следующие выборы, после истечения 4-летнего мандата парламента, можно будет организовать с учетом поправок. Причем сначала законодательный орган должен проголосовать за их внесение в избирательный кодекс. А далее о выборах местные органы власти. Председатель либеральной партии и бывший мэр столицы Дарин Киртака не исключает возможности своего участия на выборах градоначальника Кишинева, но только при условии, если этого захотят сами горожане. Об этом он сообщил в передаче на одном из частных телеканалов. Киртака намерен спросить мнение людей в интернете и через СМИ. При этом лидер ЛП уверен, что ни один другой претендент не справится с обязанностями мэра так же хорошо, как он. Напомним, Дарин Киртака занимал должность градоначальника с 2007 по 2018 годы. В мае 2017 против него было открыто уголовное дело о строительстве в муниципе платных парковок. Киртака заявил, что является невиновным, а расследование носит политический характер. Местные выборы в Кишиневе должны состояться летом этого года. И снова вернемся к происходящему в кулуарах законодательного органа страны. Партия социалистов готова создать рабочую группу с депутатами блока АКУМ только в том случае, если будут рассмотрены возможность создания постоянного парламентского большинства, повестка дня правительства и распределение обязанностей в государстве. Речь идет о должностях председателя парламента, премьер-министра и состава кабинета министров. Условия сообщил депутат от ПСРМ Влад Батринч на одном из частных телеканалов. По его словам, социалисты согласились принять предложенные блоком АКУМ законопроекты, кроме закона Магнитского. Он подразумевает запрет въезда на территорию страны людей, которые совершили финансовые преступления или нарушили права человека. Ранее блок АКУМ предлагал социалистам создать рабочую группу, которая рассмотрела бы возможность совместного принятия законов по деолигархизации страны. Перейдем к другим темам. Где в Молдове заложена экологическая бомба и как спасти планету от вымирания? Найти ответы на эти вопросы попытались участники ежегодной республиканской конференции под названием «21 век. Природа, культура и будущее человечества». Свои проектные работы на суд жюри представили учащиеся школ с левого и правого берегов Днестра. Подробности в репортаже Ольги Гриненко. Конференция на тему природы, культуры и будущего человечества проводится 14-й год подряд. Это своего рода площадка для углубленного изучения природной материи, самостоятельных анализов, выводов, исследований подрастающим поколениям. Школьников не загоняли в рамки, и тему для проекта можно было выбрать любую. Я выбрал тему «Новый способ выращивания мицелия съедобных грибов на гофрированном картоне», так как это очень полезно для экологии, и вообще для частных предприятий оно очень сильно снижает расход средств. Выбрать нужно было не только тему для проекта, но и формат подачи. Для этого работу конференции разбили на 4 секции. В 3 из них ребята выступали с докладами. Свои работы они основывали на теоретических и практических исследованиях, а оценку давала компетентное жюри. В составе жюри, которое оценивает работу учащихся, у нас представлены и есть представители Института почвоведения и охраны почв Республики Молдова, есть представители Академии наук Республики Молдова, Института биологии и географии, и есть представители республиканского клуба «Гута Клаб». Отдельно действовала мультимедийная секция. Здесь демонстрировали видеопроекты. Многие ребята работали в команде и тему выбирали на свое усмотрение. Главная водная артерия города Кишинев-Бык, она также загрязнена очень сильно. Это было видно, когда мы снимали кадры рядом с ней. Там везде был мусор, там везде было вешано всякими пластиковыми пакетами и бутылками. Мы считаем, что видео сможет мотивировать людей как-то это изменить. Победители конкурсов отметили почетными дипломами. В этом году экологическая конференция «21 век. Природа, культура и будущее человечества» собрала более 60 участников из 11 образовательных учреждений страны. Ольга Гриненко, Руслан Каунов, «Вести, Молдова». А теперь о решении экологических проблем в реальной жизни. Земельные участки и дворы заливают отходами нефтепродуктов. На такую проблему пожаловались жители столичной улицы Гратиешты в микрорайоне Старая Почта. В качестве доказательства в социальных сетях было размещено видео. Люди считают, что вместе с дождевой водой в канализацию попадает отработанное моторное масло, которое сливают в гаражах и автосервисах по соседству. Неподалеку также находится свалка технического мусора и прочих отходов. В свою очередь для информационного портала «Штирь.ру»
КМД, представители Государственной экологической инспекции сообщили, что в ближайшее время проведут проверку в этой части города, чтобы выявить источники загрязнения воды и наказать всех причастных. Также планируется ликвидировать все незаконные свалки. Вернемся к теме образования, но уже высшего. 30 счастливчиков смогут воспользоваться ежегодной стипендией в размере 10 тысяч леев. В этом году участие в программе «Стипендия для твоего будущего» приняли 119 студентов из 17 университетов страны. Финалиста выбирала комиссия из 30 независимых экспертов. Накануне студентов наградили в ходе церемонии, участие в которой приняли министр образования, культуры и исследований Моника Бабука и госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбровяну. Проект «Стипендии для твоего будущего» продолжают программу «Дополнительные стипендии для молодежи из неблагополучных семей». Ее в 2010 году начал Центр университетских информаций и проводил в течение 3 лет. С 2014 проект реализуют при финансовой поддержке одного из молдавских банков в партнерстве с Минпросветом и Минздравом. В случае хорошей успеваемости и активности во внеучебных мероприятиях получатели стипендии могут рассчитывать на продление в следующем году. Экстренное происшествие прервало уроки в столичном лицее имени Натальи Георгиу, который находится в районе Рыжкановка. Из-за короткого замыкания в столовой вспыхнул пожар. Преподаватели срочно вывели учеников на улицу еще до приезда спасателей. Пострадавших нет. С возгоранием один пожарный расчет справился менее чем за полчаса. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Текущее и будущее совместные проекты обсудили накануне премьер Павел Филипп и посол Румынии в Молдове Даниил Ионице. Особое внимание уделили вопросам строительства газопровода Унген и Кишинев, объединению электросетей, развитию инфраструктуры и устранению роуминговых тарифов. Ионице пообещал поддержку соседней страны, а Филипп отметил, что внедрение проектов содействует еще большему оживлению двустороннего диалога. Депутат блока АКУМ Владимир Боля сообщил, что в партии «Действия и солидарность» есть 3 потенциальных кандидата в мэры Кишинева. На одном из частных телеканалов он уточнил, что блок определится и выдвинет одного претендента. Что касается местных выборов в других населенных пунктах, по словам Боли, сначала блок рассмотрит все имеющиеся кандидатуры и выберет самых достойных. Совет по неподкупности подвел итоги работы за 2017-2018 годы. В ходе 60 заседаний надзорный орган разработал ряд положений о функционировании Национального органа по неподкупности, отслеживал и проверял его деятельность. Также Совет создал дисциплинарную коллегию и утвердил планы действий, изучил годовые, ежеквартальные и аудиторские отчеты НОН. В ходе открытых заседаний надзорный орган рассмотрел 171 вопрос. 1682 участника присоединились к движению заботливых бабушек и дедушек всего за один год его существования. Цель проекта – обеспечить детям безопасный путь в школу или домой, а также вовлечь пожилых людей в общественную жизнь. За одну неделю, благодаря бдительности волонтеров в возрасте, удается предотвратить более 700 инцидентов с детьми. Уже 21 столичный перекресток оборудован умными светофорами. В следующие полгода мэрия планирует установить еще столько же. ИО мэра Руслан Кадрянов сообщил, что к концу 2020 года весь Кишинев будет оснащен современными световыми сигнальными устройствами. В четверг чиновник побывал с рабочим визитом на мунпредприятии «Лумтех», где ознакомился с системой управления умными светофорами. Благодаря датчикам устройства оценивают интенсивность трафика и автоматически регулируют движение. С целью обезопасить детей, возле школы и детского сада гагаузского села Копчак установили лежачих полицейских. Предполагается, что проезжая участок с искусственными неровностями, водитель снижает скорость, иначе его машина пострадает. Правильно проезжать лежачего полицейского нужно накатом. Лидер непризнанный ПМР Вадим Красносельский считает, что переговоры с Кишиневым должны продолжаться на всех уровнях и площадках. Это мнение он выразил на встрече с делегацией Европейского Союза. Красносельский подчеркнул, что перерыв в дискуссиях может только навредить. Также стороны обсудили развитие торговых отношений. Продолжаем выпуск. И стол накрыть, и дом украсить станет проще после посещения особенного мероприятия. Накануне вербного воскресенья и светлого праздника Пасхи в Международном выставочном центре Молдэкспо стартовала традиционная ярмарка. Более 100 компаний-участников представляют посетителям широкий выбор продуктов питания, одежды, аксессуаров для дома, а также комнатных растений и саженцев.
Чем ближе самый светлый праздник Пасха, тем больше каждый из нас суетится и спешит подготовиться к нему как следует. Приобрести продукты для застолья, подобрать подарки для родных и близких и, конечно же, не забыть украсить дом. Организаторы пасхальной ярмарки обещают, что все необходимое можно присмотреть в выставочном павильоне Молдэкспо. К тому же по специальным ценам. Покупатели по достоинству оценили такую возможность. Очень необычный чай азербайджанский есть, представительства здесь прямые, поставки у них. Очень хороший сорт макарон итальянских. Вот сейчас смотрю сыры. То есть то, что, в общем-то, можно будет есть за праздничным столом. Очень приятный в плане того, что действительно дешевле, чем по городу. Ищем подарки, конечно, к Пасхе. Вот, смотрим, знакомимся с нашей продукцией молдавской. Здесь очень интересно, очень хорошая продукция. Хочу для внучки подарок найти здесь, хочу для сына одного, второго. Я каждый год прихожу на эту ярмарку и вообще на ярмарки, потому что это очень удобно. Не надо ходить в разные магазины, тут все можно купить. Мясные и сырные деликатесы, крашенки, шоколадные изделия, пасхальные куличи и пряники – все это представлено в широком ассортименте. Есть и продукция для ценителей восточных сладостей. Это кебаб, так называемый в народе кебаб из граната. Это на самом деле рахат лукум. Каким образом он подается? Просто ножом, определенными пластами, тонко-тонко нарезав. Вы, если видите, в нарезе есть очень много-много орешек. Вот это такой продукт, который можете тоже увидеть у себя при праздничных застольях. На ярмарке также можно приобрести различные сувениры, посуду, постельное белье, бижутерию, косметику и парфюмерию, аксессуары для дома и изделия ручной работы. Стараюсь все делать из натуральных материалов. Вот, например, очень красивые зайчики из дерева, которые символизируют праздник Пасхи. Все это для украшения террас, домов, их входов и так далее. Вниманию цветоводов и садоводов представлено множество видов цветов, саженцы и семена. На нашей выставке можете увидеть разнообразие сувениров, приуроченных к пасхальным праздникам, и также гамма цветов, которые тоже послужат приятным подарком и украсят ваш дом, быт. Также у нас есть композиции, которые, как всегда, является символом на праздничном пасхальном столе. Цены на подобные композиции варьируются от 30 до 70 леев. Тех, кто посетит ярмарку, также ждут мастер-классы по росписи пасхальных яиц, изготовлению подарков и розыгрыши призов. Ярмарка в выставочном центре Молдэкспо работает с 10:00 до 18:00. Она продлится до 23 апреля. Вход свободный. Валентина Статная, Сергей Липадат, Вести, Молдова. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности. Синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы в ночь на 20-21 апреля. Ожидается, что столбики термометров на севере страны опустятся до минус 3 градусов Цельсия. Есть риск повреждения почек и цветов у плодовых деревьев, почек и соцветий винограда, всходов различных культур – кукурузы, фасоли, картофеля, гороха и рассады овощей. Фермеров призывают прибегнуть к методу задымления, который препятствует понижению температуры, осуществлять обильный полив или же прямой нагрев воздуха при помощи специального оборудования. В дневное время в ближайшие сутки воздух прогреется до 14 градусов тепла. Время короткой рекламы в нашем эфире. Сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире «Вести» мы продолжаем говорить о главных событиях дня и далее перейдем к основным новостям из-за рубежа. Россия открывает новые возможности для иностранных инвесторов, приглашая их принять участие в стратегических национальных проектах. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса в Кремле. Президент России выразил французам глубокое сочувствие в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и еще раз отметил, что российские компании, работающие во Франции, готовы присоединиться к восстановлению жемчужины мировой культуры. Разговор Владимир Путин начинает со слов сочувствия. Пожар в Нотр-Дам-де-Пари и в России никого не оставил равнодушным. Я хотел бы выразить слова сожаления по поводу той трагедии, которая во Франции произошла в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Собор не только символ
Франции. Это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем, все смотрели на это со слезами на глазах. Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне известно также, что те российские компании, которые работают вместе с вами, тоже готовы присоединиться. Уверен, что те планы, о которых сказал президент Франции господин Макрон по поводу восстановления, они будут реализованы. Сотрудничество России и Франции успешно развивается, каким бы ни был международный политический контекст. На российском рынке работают почти 600 французских компаний. Их вклад в российскую экономику свыше 18 миллиардов долларов. Северный поток, Ямал-СПГ – примеры совместной работы нефтегазовых гигантов. Вместе они строят Северный поток-2. Как говорит Владимир Путин, Россия делает все, чтобы французский бизнес чувствовал себя комфортно. Постоянное внимание мы уделяем снятию и административных барьеров, обеспечению оптимальной налоговой нагрузки. Благодаря этому Россия в текущем году поднялась в рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса сразу на 4 позиции и заняла 31 место. Уважаемые господа, мы обогнали Францию на одну строчку. И надеюсь, вам в России, во всяком случае, не хуже работать, чем, собственно, во Франции. Кроме того, огромные возможности открывают зарубежному бизнесу национальные проекты. Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Сотнях миллиардов долларов капиталовложений в значимые для роста экономики нашей страны сферы. Зарубежные фирмы, которые пошли по пути локализации производства в России, могут теперь на равных условиях с российскими участвовать в конкурсах на государственные закупки. Путин решил привлечь внимание еще к одной инициативе. Имею в виду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх континентальной хоккейной лиги. Этот проект будет способствовать не только развитию спортивных связей, но и расширению гуманитарных контактов в целом. Total является спонсором российской хоккейной команды. Думаю, может быть, нам теперь нужно поменять объект нашего спонсорства. Может быть, нам теперь нужно выступать спонсором для французской хоккейной команды. Индикатор делового сотрудничества и политических отношений – Петербургский экономический форум. В 2018 году его почетным гостем был Эммануэль Макрон. Владимир Путин приглашает капитана французского бизнеса в Петербург снова в начале июня. Тем временем французские власти объявили международный архитектурный конкурс на восстановление Нотр-Дама. Частные лица и компании продолжают жертвовать в фонд перестройки. Сумма уже превысила миллиард евро. Президент Франции Эммануэль Макрон, обещавший восстановить собор за пятилетку, собрал в четверг внеочередное заседание кабинета. О реновации и инновациях говорят теперь в Париже. Правда, сперва нужно решить вопрос о поддержании того, что осталось. Пожарные говорят об опасности обрушения верхних элементов стен, которые больше не удерживаются сгоревшими деревянными перекрытиями. Международный конкурс позволит нам задать вопрос, нужно ли вообще восстанавливать шпиль, или, как это часто бывает в развитии архитектурного наследия, мы подарим собору совершенно новый шпиль, соответствующий современным технологиям и веяниям времени. Французы благодарят пожарных. Если бы не их действия, возможно, восстанавливать было бы нечего. Удалось сохранить несущие конструкции и значительную часть интерьера. С риском для жизни были спасены ценности и реликвии. Бойцов, тушивших собор, чествуют как героев. Я не знала, чего ожидать. Снизу нам не была видна вся картина. Мы знали, что крыша горит, но не имели точной информации. Мы хорошо поняли, что происходит, лишь когда забрались наверх. Было очень-очень жарко. Нам приходилось постоянно отступать, поскольку огонь распространялся очень быстро. В знак солидарности с замолчавшим Нотр-Дамом прошлым вечером соборы Парижа и крупнейших городов Франции зазвонили в колокола. В тот час, без 10:08 вечера, когда вспыхнул пожар. В самом Нотр-Даме колокольни уцелели, но эксперты опасаются за состояние деревянных балок, на которых крепятся колокола. К другим темам на международной арене. В Ирландии в результате стрельбы в городе Лондондерри погибла 29-летняя женщина. По сообщениям местных СМИ, убийство произошло в ходе массовых беспорядков в преддверии годовщины пасхального восстания 1916 года в Дублине под лозунгами «Независимости от Великобритании». Неизвестные в масках открыли стрельбу и забросали полицейские автомобили бутылками с зажигательной смесью и самодельными бомбами. Один автомобиль и фургон были сожжены, после чего полиция оцепила район происшествия. Полиция рассматривает случившееся как террористический акт. Начато расследование инцидента. Еще о происходящем в ЕС. Германия отвергает требования Греции о репарациях за ущерб, нанесенных стране во время Первой и Второй мировых войн. Вопрос давно закрыт, заявляют в Берлине. Согласно подсчетам греческого государственного казначейства, долг Германии перед Грецией составляет порядка 300 миллиардов евро.
Парламент Греции ранее одобрил резолюцию, обязывающую правительство Алексиса Ципраса добиться выполнения греческих требований всеми дипломатическими и юридическими средствами. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайбер сказал, что вопрос о немецких репарациях окончательно урегулирован как юридически, так и политически. Между тем, лидеры влиятельного германского профсоюза Верди и левой партии считают, что федеральное правительство должно действовать. Нет никаких сомнений в том, что Греция получила крайне мало компенсационных выплат от Германии. Вермахт и, кроме того, Рейхсбанк украли там крупные суммы – миллиарды. По этому вопросу необходимо найти консенсус. Как пишут греческие СМИ, в годы Второй мировой войны нацисты управляли ключевыми регионами Греции, а часть второстепенных территорий передали поддерживавшим тогда фашизм Италии и Болгарии. За период с 1941 по 1944 годы несколько десятков тысяч греков погибли от голода и репрессий, экономика страны была разрушена. Путь выхода Португалии из энергетического кризиса найден. Правительству удалось договориться с профсоюзами о прекращении забастовки водителей бензовозов, из-за чего запасы топлива в стране почти иссякли. Нехватка бензина привела к закрытию сотен автозаправочных станций. У тех, что продолжали работать, автомобилисты выстраивались в длинные очереди. Не иначе, как победой назвали в правительстве результаты переговоров с профсоюзами, с подачи которых 3 дня назад водители бензовозов объявили бессрочную забастовку. В четверг власти страны и Национальная ассоциация грузовых перевозчиков сумели договориться. Объявив о том, что их требования были услышаны, водители прекратили стачку. Одним из требований было присвоение специальной категории водителям, перевозящим огнеопасные материалы. Другое касалось зарплаты. Мы выступали за то, чтобы вдвое был увеличен минимальный оклад, которого мы добились еще 20 лет назад и который с тех пор не менялся. Мы хотим получать субсидии в связи с риском нашей работы не от случая к случаю, а ежемесячно. Водители начали бастовать в понедельник и вынудили правительство объявить энергетический кризис в стране. Многие жители по всей Португалии столкнулись с серьезными трудностями при заправке своих автомобилей. Без топлива осталось порядка 40% АЗС. Продолжаем обзор зарубежных новостей. Десятки тысяч демонстрантов собрались накануне перед штабом вооруженных сил Судана в столице страны Хартуме с требованием к военным немедленно передать власть гражданскому правительству. Как сообщает Евроньюс, протестующие откликнулись на призыв организовать так называемый «марш миллионов», с которым выступила Ассоциация профсоюзов Судана, являющаяся частью главной протестной силы страны – «Объединение за свободу и перемены». Еще год назад, когда у кого-то спрашивали, хочет ли он остаться в Судане, он отвечал: «Нет, я хочу уехать». Все стремились уехать. Их ждала такая судьба. Это была главная цель в этой стране – покинуть ее. Но теперь все мы хотим остаться. Мы все хотим построить наш дом. Мы все желаем добиться успеха здесь и снова сделать нашу страну такой, какая она была. Напомним, 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный военный совет. А в США самая обсуждаемая новость – публикация доклада прокурора Роберта Мюллера теперь может стать еще и прибыльной. По его мотивам выпустят книгу, и, судя по количеству предзаказов, она уже стала бестселлером. Сам Трамп после вчерашней публикации документа в очередной раз заявил, что не вступал в сговор с Москвой и что демократической партии уже пора бы смириться, что доказательств обратного нет и быть не может. 448-страничный документ слегка отредактирован, есть замазанные черным абзацы и разделен на две части. Первая относится к расследованию якобы российского вмешательства в выборы. Ее содержание в целом и так было известно благодаря многочисленным утечкам и сливам, происходившим все 2 года, что работала комиссия. Зато вторая полна сюрпризов. В ней Мюллер анализирует действия президента США и его окружения на предмет препятствования расследованию. Само его начало стало для Дональда Трампа шоком. Вот цитата. Когда бывший генеральный прокурор Джефф Сэшенс сообщил президенту о назначении спецпрокурора, президент откинулся в кресле и сказал: «О боже, это ужасно. Это конец моего президентства. Мне конец». Впрочем, данные Мюллера уже опровергли в Белом доме. 17 мая 2017 года, когда расследование началось, помощница Трампа Киллиан Конуэй была рядом с президентом и ничего подобного не слышала. Я была очень удивлена, увидев это, поскольку реакция президента в тот день была совсем иной. Президент никогда не говорил тех слов, которые указаны в докладе. Наверняка похожим образом будут реагировать и на другие нелицеприятные подробности, ведь аудиозаписи Мюллер не предоставил, а бумага с гербовой печатью многое может стерпеть. И рассуждение о том, что письменные ответы Трампа были неадекватными, и то, что он якобы почти уволил Мюллера, если бы не советники. Усилия президента по оказанию влияния на расследование были в основном безуспешными, но это в основном потому, что окружавшие президента лица отказывались выполнять приказы или удовлетворять его просьбы.
Одним из отказавшихся стал юрист Трампа Дон Макган. Предпочел добровольно уйти в отставку, чем по новой спровоцировать то, что в США, вспоминая Уотергейт, называют резней в субботний вечер. В 73-м Никсон после начала скандала повыгонял многих высокопоставленных сотрудников правоохранительной системы. И Трамп, получается, мог. Для его противников именно этот фрагмент стал новой спасительной соломинкой, за которую они, конечно, схватились. Само намерение отстранить спецпрокурора демократы уже трактуют как попытку помешать правосудию. При том, что сам Мюллер подобный вывод делать отказался. Узнать больше демократы рассчитывают лично от спецпрокурора. Собираются позвать его на слушание не позднее 23 мая. Впрочем, в перспективы юридической волокиты вокруг доклада по-настоящему не верят даже демократы. Откровение других был лидер демократического большинства в Нижней палате. На вопрос CNN, есть ли перспективы у импичмента, Стейни Хойер ответил, что добиваться досрочной отставки его однопартийцы не станут. Предвыборная кампания начнется через 180 дней. На выборах все и решат. Далее новость из разряда «нарочно не придумаешь». Крайне самонадеянный турист из Италии, прямо как в известном фильме, пытался перепрыгнуть разводной мост в Санкт-Петербурге. Он арендовал машину и со своей спутницей катался по ночному городу. Очевидно, с законами физики и с законами России итальянец не особо знаком. Разогнавшись, он на огромной скорости влетел в ограждение, которое установлено на мосту как раз для любителей экстрима. Чтобы помочь водителю, мост пришлось сводить. Участники трюка отделались травмами, и, видимо, получит внушительный счет от каршеринговой компании. И снова вернемся в Европу и поговорим о новостях культуры. В конкурсную программу 72-го Каннского кинофестиваля, который традиционно пройдет в конце мая, вошли 19 картин. Тем не менее, как сообщается, список, скорее всего, будет дополнен. В частности, в него может войти столь ожидаемая новая работа Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», повествующая о быстро меняющемся мире киноиндустрии с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях. Что еще увидит зритель в этом году, расскажем в следующем репортаже. Откроет фестиваль фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Комедия о зомби с Биллом Мюрреем и Адамом Драйвером при участии известных музыкантов Тома Уэйтса, Селены Гомес и Игги Попа. Из 19 картин 6 сняли режиссеры-женщины. География обширна, но все же больше всего в конкурсе европейских лент. Среди них новая работа Педро Альмодовара «Драма «Боль и слава», в которой кинорежиссер переосмысливает свою жизнь как в профессии, так и на личном фронте. В главных ролях Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Другие страны также не забыты. В Каннах будет представлено, в частности, азиатское кино. Пон Джон Хо представит свой последний фильм «Паразиты» о безработном семействе, пытающемся наживиться за счет богатой пары. Разные жанры и стили. Вне конкурса покажут и биографические ленты. Среди них «Диего Марадонна» и «Рокетмен», рассказывающие о творческом пути певца Элтона Джона. 72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Коряк. Напомню, что наши новости вы можете смотреть круглосуточно на сайте rtr.md. Оставайтесь и далее на нашем канале. Всего вам доброго и до встречи в эфире.